Отдохнуть в городе Найоры также можно в парке Сан-Пира. Сан-Пира – это огромный большой парк, где можно провести время всей семьей. Здесь можно найти развлечения в любое время года. Так, например, летом очень большой популярностью пользуются вот такие белые воздушные платформы в виде заснеженных холмов, на которых могут попрыгать как взрослые, так и дети. Не только дети, взрослым тоже будет очень-очень интересно. В парке также установлены различные рампы для тренировки на скейте, роликах или на велосипеде. В жаркий летний день здесь можно как взрослым, так и детям поплескаться в таком фонтане. То есть оно открыто для посещения, все могут спокойно здесь освежиться. Здесь также летом расцветают поля, огромные поля цветов. Это мохты шиловидного. Вот там, кстати, о цветах. Найора славится не только рисом моти, а также и подсолнечниками. Здесь можно найти несколько огромных полей подсолнечников, которые яркие желтые цвета, которых привлекают тысячи посетителей ежегодно. Север – это отличное место, отличный городок, где можно как полноценно отдохнуть, так и остановиться ненадолго и перекусить.